Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини про те, що ГУР знищило російський гелікоптер К-32 на аеродромі у Москві. Мова йде про міжнародний аеродром Остафєво, який належить Міністерству оборони країни-агресора. Гелікоптер це використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії. Роман Григорович, тут, напевно, важливий момент, власне, де все це відбулося? Військовий аеродром, так, російської Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто ми так близько до них? Ну, это главное управление разведки, они везде. Вся задача, задача любой разведки – быть везде, использовать либо внедренных, либо нанятых, либо штатных сотрудников, то есть агентов. Поэтому в зависимости от важности задачи, в зависимости от возможности выполнения, используется один, второй или третий механизм, либо какой-то другой. Поэтому для этого ГУР и надо, и не только он у нас, все военные, именно военные разведки мира так работают. Именно такой механизм выполнения боевой задачи. Причем гуровцы молодцы, они еще сняли видео уничтожения, и как это все происходило, запустили в сеть, то есть кто хочет, может посмотреть, найти. Выполнено довольно-таки профессионально. Нашли вертушку. Вертушка действительно Министерства обороны, К-32, транспортник. Неплохая машина, с одной стороны, больше 10 может россиян брать на борт. Соосник, то есть, в принципе, может использоваться в разных ипостасях. Вот одна из них, это Министерство обороны вместе с Газпромом обслуживало там какие-то газовые механизмы. Потому как раз, а это как раз в общей задаче наших разведок сейчас уничтожение и Министерства обороны военных объектов и, естественно, Газпром, это та же самая газовая отрасль, то есть углеводородная отрасль России, которая сейчас полностью работает на военку. Потому легальный военный объект хоть в одной, хоть в другой ипостаси, это уже не важно. Но и уничтожение, допустим, вертолета, если он в воздухе или выполняет боевую задачу, очень опасно, очень трудно. То есть и накладно, а допустим уничтожить его на земле, вертушка по большому счету это несколько сотен килограмм или литров авиационного керосина, некоторые даже больше тонны поднимают. Естественно, ее поджечь на земле, если есть такая возможность, она будет гореть как бензоколонка. То есть по большому счету любое авиационное средство поражения, любое, оно на стоянке стоит полностью заправленное по разным причинам, одна из которых конденсация паров воды, для чтобы ее не было, заливают по горлышко, так сказать. И, в принципе, если есть возможность добраться и поджечь, оно само сгорит, и сильно много не надо тратить усилий. Складність такого роду операції – це проникнення? Ну, по-разному. Это, во-первых, все зависит от агентуры, то есть какой агент использовался. Привлеченный, внедренный, то есть здесь много механизмов, но сложность однозначно есть. Почему? Потому что именно авиационная составляющая, авиационная компонента, она охраняется очень сильно. То есть вы правильно говорите, проникновение. То есть нам надо найти механизмы, как добраться до аппарата. Механизмов много. Непосредственные, допустим, контакт, это вот как это было на видео показано, либо удаленный контакт определенный разными средствами поражения, начиная от туров и заканчивая беспилотниками. То есть вот еще беспилотники не добрались. По большому счету, как только обучатся партизаны российские или силы сопротивления летать на беспилотниках, поверьте, дальность FPV дрона в районе 8-10 километров, и по большому счету вся практически российская авиация может быть выжжена на земле. Ну, я думаю, ГУР над этим сейчас работает. Говоримо і сьогодні про Атакамс. Видання New York Times пише про те, що Україна зможе використовувати ці ракети із нового постачання зброї від США для ударів по цілях у Криму. І джерела видання раніше стверджували, що секретне поставлення ракети вже двічі пережили цілі на півострові. Роман Григорович, чи можна говорити про те, що Пентагон дозволив бити Атакамсами по Криму? Дело в том, что, во-первых, непонятно, какие атакамсы. Пока мы, вернее, мы только в информационном потоке слышим, что да, дальние атакамсы нам дали, или едут они, или разрешили, и где-то они на подходе.
Но 300 километров Атакамс работающий, это удар по Керченскому мосту. Вот как только по Керчи, по Керченскому мосту зайдут баллистические ракеты, кроме наших Громов, опять же, там разница есть в боевой части, Атакамсы меньше, в Грома полтонны взрывчатки. В Атакамса 225, ну, в основном такие Атакамсы. То есть, по большому счету, будет понятно, какой баллистикой отработали, и тогда можно будет сказать, что работаем мы этими Атакамсами или нет. Пока, по крайней мере, по Крыму, где работали Атакамсы, достали до Джанкоя. По Джанкою мы действительно видели, туда был заход нескольких ракет, как минимум 6 ракет, и выполнили боевую задачу, мы уже проговаривали про это. То есть, ну, это дальность до Джанкоя где-то 140-150 километров от Новой Каховки. А это значит, даже это могли быть атакамсы 100-мильные, те, которые у нас уже были с прошлого года, М-39. Потому еще нигде, по крайней мере, дальних атакамсов не было видно с дальностями в 300 километров. Зайдут, как только будет понимание по дальности, ну тогда проговорим. Слишком много информации сейчас в таком в режиме белого шума специального накрыло информационное поле. Лучше в этом смысле говорить о фактах. Так вот, фактов применения дальних ракет пока еще не было. Даже те удары, которые, еще раз повторюсь, были по Джанкою, это могли быть, еще раз повторюсь, точно не знаю, но это могли быть 100-мильные ракеты М-39. То есть это дальность примерно такая. І от, знову ж таки, паралельно з Атакамсами в інформаційному полі всплили ракети Таурус. І ЗМІ пишуть про те, що в Сполучених Штатах Америки сподіваються, що після цього рішення, знову ж таки, вдасться вплинути на рішення і Німеччини, і канцлера Шольца, який, ну, останнім часом також підтверджував свою позицію, що вона є незмінною, і він не збирається так ухвалювати все рішення про надання Україні Таурусів. Скажіть, будь ласка, чи може тоді розблокувати рішення про Атакамси дискусію про Тауруси, чи ні? Ну, то, что проговаривается в информационном потоке, это 99% ИПСО, ДЭЗа и так далее и тому подобное. 1% реальной информации. И я не удивлюсь, если, допустим, сегодня ночью те же там с десяток Таурусов зайдут на Керченский мост, уничтожат его, а в это время Шольц будет говорить, я их не дам ни в коем случае, никогда, ни в жизнь, ну и так далее и тому подобное. То есть, ну, так это... Именно с вооружением так это и преподносится. Белый шум – раз, дезинформация – два. Иногда в ДЭЗу включаются первые лица государства, и это, в принципе, правильно. Значит, противник может быть дезориентирован по разным направлениям. Потому возможно все, возможно вплоть до передачи нам F-35, а почему нет, в конце концов. То есть, но никто ж не увидит, он же как раз невидимый в этом смысле. Может, уже и работал. Никто ж не понимает, как это происходит из противника, по крайней мере. То есть, по большому счету, информационный поток, который идет на 99% на данный момент, особенно при заходе в вооружение, это дезинформация. Это хорошо, это нормально, потому что дезинформация направлена на нашего противника, чтобы их аналитические центры с ума сошли. У них серьезные, действительно, толковые аналитики, которые вылавливают крупицы информации с разных потоков. И вот в режиме белого шума оптимальный вариант, чтобы просто перегрузить их каналы восприятия, а дальше, естественно, аналитические механизмы. Поэтому сейчас будет очень много информации, а вот именно действие, по действию можно четко определить, что это отработало. То есть после факта применения. Поэтому точно будем ждать. Возможность однозначно есть по всем практически позициям, которые нам были озвучены для передачи. А вот оптимальный вариант проговаривать уже фактаж, когда начнут работать. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, а чи є справедливою тоді критика, ну, власне, Шольца? Тому що ось екс-міністр оборони та Британії Бен Уоллес, він жорстко критикує Шольца і звинувачує його в нерішучості. Тобто, наскільки це є тоді об'єктивно та справедливо? Ну, если хорошо проработанное ИПСО или ДЭЗа, так тогда даже близкие не должны знать, что происходит. Потому, а это может быть вообще быть элементом как раз дезинформации. То есть вот такого рода нападки
если можно сказать. Опять же повторюсь, 99% в информационном потоке – это ИПСО. Особенно тогда, когда идет большая загрузка боеприпасов или механизмов. И понимание того, что противник сейчас точно сидит на всех потоках информационных, пытаясь считать информацию, к чему готовиться. Ко всему подготовиться невозможно, просто невозможно. Им надо готовиться к чему-то конкретному, и вот для того, чтобы полностью заклинить эту всю входящую информацию, и дается очень много противоречивой информации. Вспомните прошлый год. Май месяц прошлого года, белый шум был такой белый, что за этим белым шумом не было видно реальные картины, которая не совсем оказалась для нас привлекательной. В конце концов, не получили ни самолетов, ни ракет, ни тех же танков американских вовремя. Все зашло, там часть зашло только на осень. И, естественно, не смогли выполнить тех задач, которые сами для себя нарисовали. Все это было прикрыто белым шумом. Сейчас может быть обратный эффект. То есть из-под этого белого шума, он так полунегативный, по крайней мере, идет, может выйти довольно-таки хорошие реальные действия. Вот по действиям будем разговаривать. Роман Григорович, Єнс Столтенберг, сказав про те, що допомога Україні на підході, для перемоги ще не пізно. А якщо зібрати сукупність факторів, так, рішення Сполучених Штатів України про допомогу так Україні, оці 60 мільярдів, чеська ініціатива про те, що ми до кінця травня отримаємо боєприпаси, крім того, патріоти, так, про які говорив Кулеба, і також перші винищувачі, теж, які мають підійти, зокрема, були озвучені якраз терміни, це кінець травня. І паралельно, знову ж таки, Кирило Буданов говорив про те, що якраз у цьому травні так буде такий складний період. Чи можна говорити про те, що якби ми підготувалися до цього періоду, і все це, ну, якби для росіян така собі пастка? Ну, это тоже может быть, да, действительно, в режиме дезинформации довольно-таки хорошо проработанная информационно-психологическая спецоперация. Но то, о чем говорит Буданов, это чуть, наверное, больше с креном на наши внутренние проблемы, которые возникнут где-то с 18 по 21 мая. 18 мая включится механизм этой мобилизационного закона антиконституционного, такого коррупционно-концентрационного. На 21 числа возникнет вопрос по легитимности президента. И этот вопрос однозначно возникнет. И его подадут со всех сторон все и други, и недруги. Почему? Потому что этот вопрос надо решать в конституционном поле однозначно. Мы правовое государство, только согласно определенных механизмов правовых этот вопрос будет решаться, я так понимаю, конституционным судом, потому что только он может принять решение, иначе если не будет подачи, если не будет принято решение конституционным, то там 22 или 21 мая эти полномочия президентские просто исчезнут из правового поля, так как конституция четко не передает такие моменты, раз они возникают. Поэтому этим воспользуются вот таким, во-первых, с 18-го, я уже сказал, по закону 21-го, по полномочиям однозначно воспользуется наш противник. Тут независимо от хотения или нехотения, раз есть такая возможность, противник точно ее воспользуется. Как? Это другой вопрос. Внутренние какие-то дрязги, внешнее давление, может и то одновременно. Естественно, на разных площадках эти вопросы будут подниматься со всех сторон. У россиян слишком много, мы это уже видим прекрасно, слишком много говорящих голов по миру, которые этот вопрос однозначно подымут, и это может вызвать определенные негативные моменты по управлению государством. И, естественно, внешнее давление, российское имеется в виду, военное в том числе, и именно на это, скорее всего, и намекает, или, по крайней мере, предупреждает Главное управление разведки. Вот также в свое время не предупредил руководитель Главного управления разведки генштаба Цахала Аман и ушел в отставку. Сегодня или вчера, по-моему, подал в отставку. То есть как раз ГУР здесь должен и работать на опережение,
естественно, мы слышим от Буданова. А вот подготовка к чему-то возможно. Чему-то имеется в виду к такому же контрнаступлению, как и в прошлом году. Почему? Потому что в прошлом году была завязка на определенные погодные условия, на подготовку личного состава, на подготовку вооруженных сил Украины. Ну, естественно, на передачу большого количества техники и вооружений наших партнеров, что не состоялось. Потому и контрнаступление как таковое не состоялось. Россияне, понимая, что в принципе мы могли бы двинуться через Днепр, то есть форсировать Днепр в начале июня на летнюю военную кампанию, они подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, зеркало воды отсекло наши войска от предполагаемого наступательного маневра, пришлось перемещаться там в другое уже место, в сторону Токмака, Подработино, то есть ухудшили свою ситуацию, с этой стороны мы ухудшили, россияне, естественно, отработали эту тему, но в этом году у них этого механизма уже нет, то есть Каховская уже разрушена, Каховское водохранилище спущено, зеркало воды стабильно в этом смысле, то есть на левом берегу у нас уже есть плацдармы, по большому счету мы можем выполнить тот же маневр, а если подойдут действительно в достаточном количестве ракеты, самолеты, средства поражения, будет готово, а вот здесь большая проблема, будет готово наше войско. Проблема в том, что до сих пор единственный механизм, мы уже проговаривали с вами, подготовить войска, это поставить строй правоохранителей, то есть силовиков внутренних, которые мотивированы денежным содержанием от государства, ну и профпригодны по определению, так как они в свое время, года, десятки лет назад поступили в определенные училища там, или военные заведения и прошли определенный путь с оружием, то есть знают, что такое служба. А если быстро этот механизм решить, запустить, то по большому счету мы можем выполнить ту же задачу, что была в прошлом году, кстати, с теми же прогнозами, выходом в Крым и так далее и тому подобное. Возможность это есть, противопоставить россиянам практически нечего, допустим, форсированию Днепра. Просто нечего. Почему? Потому что в самой худшей позиции по обороне находится это направление. Збройні сили України відвели танки «Абрамс» з фронту через загрозу російських безпілотників. Про це пише видання Associated Press. І, мовляв, американці нарікають, що українці не застосовують тактику більш ефективного використання цієї техніки. Київ вмовив США надати 31 танок в січні 2023 року вартістю 10 мільйонів кожний, оскільки вони є життєво важливими для його здатності прорвати російську лінію фронту. Але з того часу на війні вже втрачено 5 абрамсів. Ну, це цитата так із цієї новини. Роман Григорович, це рішення, знову ж таки, як воно може відобразитися на ситуації на полі бою, з вашої точки зору? Це мова йде, знову ж таки, про те, що ми маємо змінювати тактику? Тобто, про що це рішення? Где-то год назад несколько было эфиров у меня по разным площадкам, начиная у Латыниной, заканчивая по ТВ-площадкам, везде говорил одно и то же. Если нам дадут танки и не дадут прикрытия с воздуха, их перещелкают как семечки. Почему? Потому что это очень хорошая цель для разных средств поражения. Если не прикрыть танки с воздуха, основная это вертолеты или истребители, лучше, естественно, конечно, истребители, прикрыть каждый, чуть ли не каждый танк, прикрыть гепардом, то есть он должен отстреливать беспилотники российские, которые к танкам подходят. Танк это не единое или там не один механизм, танк это один из механизмов общей системы такой наступательной триады. БМП дали, вопросов нет, но БМП не решит, Брэдли не решит вопросы прикрытия с воздуха, допустим. Надо боевой вертолет, ни одного вертолета, нам ни одного Апачи, то, что мы запрашивали, по крайней мере просили, нам, естественно, передали, и не зашли истребители, которые должны были прикрывать танки с воздуха. Танк, их же как семечки, так и перещелкали в прошлом году. Не только танки, а все наши боевые бронированные машины, вертушки российские, довольно-таки неплохие, так называемый убийца танка, у россиян есть неплохая вертушка, ракеты «Вихрь» сначала отработали, «Вихрь-1»,
10-километровые, с 10-километровой дальности на предельно малых высотах, если вы не прикрываете танки с истребителей, то есть не завоевали превосходство в воздухе, танк становится хорошей мишенью для противотанковой ракеты воздух-земля. Вихрь-1 отработал, ну, не один десяток боевых бронированных машин они отминусовали. Потом у россиян появились «Эльмуры», ракеты 15-километровой дальности, еще лучше называется. А после того, как зашли большое количество беспилотников, естественно, танки, да, любая техника становится уязвимой, если вы ее не прикрываете. И тогда уже несколько раз говорил в прошлом году, напрямую обращаясь к американцам, если вы танки передаете в таком виде, без прикрытия с воздуха, так вы лучше их в Тихом океане или в Атлантическом утопите, смысл будет такой же. Так, может быть, не пострадают экипажи, как минимум. То есть передали, вопросов нет. Да, сейчас из 31 танка 5, ну это, по крайней мере, есть в свободном доступе эта информация, из 31 танка 5 вышли из строя. Это минимум вышли из строя, там же разные механизмы вывода. Их, естественно, отводят. До чего? До хороших времен. Вот исходя из того, что я вижу, это не для того, чтобы там, допустим, как-то их доукомплектовать или как-то прикрыть, нет. Ну, вернее, с машиной что-то сделать. Это до того времени, пока не появятся самолеты. То есть прикрыть их танки надо с воздуха прикрывать. И пока не появятся самолеты, я думаю, танки работать не будут. Ну, по крайней мере, эти, которые становятся очень, во-первых, первой лакомой целью для россиян, они же за них там миллионы рублей платят за уничтожение. И второе, все-таки очень хорошая машина «Абрамс», но она сама работать не может. То есть она работать должна в комплексе. Кстати, как и F-16, один в один та же самая картина. F-16 хорошая машина, отличная машина, но только работать сама она не сможет. Ей надо «Патриот», ей надо «Авакс» ДРЛО, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, имеется в виду информация от него. Ей надо информацию, связанную с определенной спутниковой разведкой. То есть тогда летчик видит всю картину боя, и, естественно, нужны средства поражения, то есть максимальные к той авионике, которая расположена на борту. Это целый комплекс. Один механизм ничего не решит, он становится просто хорошей целью, как это было в прошлом году с теми же танками. Якщо говорити більш детально саме про ситуацію на фронті, от, зокрема, про події так на біля Авдіївки, є інформація про те, що росіяни перекидають резерви на Покровський напрямок, і їхні там сили переважають втричі. Зокрема, це інформація аналітика Сергія Зурця. Він каже, що окупанти не припиняє тиснути у Новокалинова та в районі Новобахмутівки, які розташовані на північ та на південь від Очеретина, і також намагаються просуватися, ну, в західному напрямку від населеного пункту «Прогрес». Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, ну, тобто, можна не виключати такий варіант сценарію, що, ну, доведеться відійти? Ну, однозначно, мы с вами тоже месяца 3-4 об этом говорим, я сейчас напомню. Вторая линия обороны, там она идет от Курахова, ну, Угледар, Курахова, Карловка, вот Очеретина, кстати, это как раз гряда для второй линии обороны. И, в принципе, именно она может принять и остановить российские части даже с малым количеством боеприпасов. За счет перепада высот, за счет рек, за счет водохранилищ, которые там есть, там целая сеть водохранилищ, которые друг с другом практически соединены. То есть это та линия обороны, которую россиян остановит и надолго. Там до Покровска им как до Киева-Рачки. Потому общее направление, говорят, Покровска, но это можно было бы сказать общее направление западное от Донецка. То есть та же самая картина, примерно так. Нужно будет отойти, да, реально такая возможность есть, она есть в течение последних полгода как минимум, как россияне начали зимнюю наступательную операцию, но до сих пор они никуда толком-то и не продвинулись, то есть мы их удерживаем на всех рубежах перехвата, практически на всех, вот кроме Очеретина, там была заминка с ротацией наших бригад, и сложилась нехорошая для нас ситуация, но она сейчас будет стабилизирована, и россияне, кстати, попали в такую же проблемную ситуацию, так как вдоль железки там не продвинулись километров на 5-7, но фланги-то голые,
Если будет достаточное количество сил, средств, боеприпасы подойдут, так эта головная колонна будет просто отрезана восточнее Очеретина и откатится обратно в сторону Авдеевки. Там есть эти механизмы, хотя, еще раз повторюсь, не исключаю принятие решения, выход на вторую линию обороны. Это было еще с 2015 года, эти все механизмы удержания противника в районе Донецка, именно вот этими линиями вдоль гряд и вдоль водных преград. 1:3, не соглашусь, такое соотношение больше. 1:5, 1:7 сейчас на данный момент соотношение с противником. 1:5, 1:7. Это такое серьезное превышение, потому что 1:3, в принципе, удержать в обороне можно. 1:5, 1:7 – это уже очень-очень сложно, надо достаточное количество боеприпасов. Но еще раз посмотрим, сейчас вот эта партия, которая заходит, она, вернее, уже зашла, они уже разгружаются, насколько исходя из действий противника видно, то есть они пытаются сейчас перехватить эти партии в районе уже Донецкого фронта. То есть вот мы видим, по железным дорогам они там бьют, по разгрузкам, по развязкам. Но уже на Восточном фронте, значит, партия уже там. Разгрузка будет, естественно, с применением определенных средств безопасности. Быстрое понимание процесса уже есть, 10 лет воюем, потому, хотя россияне неоднократно нас на разгрузке ловили. Вот были эти моменты не очень хорошие, связанные с командным составом, когда россияне, понимая, где будут разгружаться составы, или висят беспилотники, которых почему-то никто не сбивает, потому что над городами висят, вот отмазка была интересная. Он же над городом висит, мы же его не собьем, он же на город упадет. Ну да, зато пришло несколько ракет и состава нет. Ну вот примерно так. Сейчас вот более-менее уже начали минусовать беспилотники российские, глаза так называемые, для того, чтобы они хотя бы не смогли прицелиться по заходящим боеприпасам. Ну, в ближайшие несколько дней это будет понятно, то есть развязка, по крайней мере, от Очеретина до Марьинки, то есть по этому краю, потому что там большая проблема и с Красногоровкой, той, которая возле Донецка есть, и южнее, то есть и Новомихайловка, и Новобогдановка севернее, то есть есть эти механизмы, но ждем все-таки захода боеприпасов. Я думаю, стабилизация фронта произойдет. І традиційно требують запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, захоплення Чорного Яру відкриває для РФ доступ у глиб оборонного поясу ЗСУ? Ну, немножко не так. Ко второй линии обороны. Вот так, как мы с вами проговаривали от Авдеевки, вторая – это уровень той же Карловки, Курахова, Очеретина. То есть там есть вторая кондовая линия обороны, так называемая, за Часовьяром. Но она состоит из агломераций. То есть Константиновка, дорога от Константиновки на Дружковку, Дружковка, Краматорск и Славянск. Да, эту линию они не пройдут. Но если они туда подойдут, а если мы отойдем от Часовьяра, они точно двинуться на Константиновку, потому что Часовьяр не дает им это сделать, двинуться на Славянск, потому что Часовьяр не дает это сделать, и они подойдут вот к этой агломерации, которая будет использоваться как вторая линия обороны, там людям нельзя будет жить, так как армейская артиллерия это из этих четырех городов, из этой агломерации сделает такой себе лунный пейзаж. Потому почему и очень важен именно этот Часовьяр для нас, и он очень важен для россиян, они прекрасно понимают эту стратегическую свою задачу, допустим, выйти на границы Луганской и Донецкой области без выдавливания, взятия Часовьяра, у них это не получится. И вот у них сейчас выполняют эту оперативную задачу некоторыми тактическими механизмами, оперативную задачу выдавить наши войска из Часовьяра. У нас есть сейчас возможность появилась удержаться. Опять же, то есть количество боеприпасов, средств поражения, ну, исходя из той информации, которая вот у меня есть, у меня там много друзей, 92-я там стоит, моя любимая 92-я бригада, ребята летают, Ахиллес, под 9-2, я уже сколько раз говорил в эфире, кто может помочь, помогайте, звоните в рекрутинговые центры 92-й, проситесь в Ахиллес и под 9-2, научат летать инструктора толковые с 14-го года, с Донецка воюем, то есть знаем, как это летать, по крайней мере, знаем, поэтому ситуация там не такая плохая, вернее, такая страшная, как об этом сейчас есть в информационном потоке. Она пока устойчива. И я думаю, как только зайдет достаточное количество вооружения, она там будет стабильнее.
на це сподіватися. Скажіть, будь ласка, війну, яку веде Росія проти України, завершуватимуть роботизовані системи? Да, это неплохо в информационном поле сейчас, это командующий десантно-штурмовыми войсками, ДШВшки, правильно он подал эту, не то что идею, это парадигма, действительно так и есть, именно роботизированные системы, это дальние системы поражения. Я просто как летчик прекрасно понимаю, как надо вести боевые действия с меньшими, минимальными потерями. Наступать должна авиация, штурмовать должны самолеты-штурмовики. Врага крушить должны роботизированные системы, дальние системы, причем общее количество сил в вооруженных силах должно быть небольшим. Это тот 1%, о котором постоянно говорю. 400 тысяч. У нас 40, ну, грубо 40 миллионов человек, 400 тысяч генетических воинов, которые высокопрофессиональны и научены, обучены, но и у них в руках должны быть системы поражения дальние, для того, чтобы не подпустить противника к себе. Контактного боя не должно быть. А сейчас расскажу на примере той же авиации. Летчики в контактный бой не вступают уже давно. Два самолета в воздушном бою нигде практически никогда не сталкиваются. Идет удары на десятках километров дальности. То есть роботизированными системами, если можно считать ракеты, именно такие. Так вот, вот эта калька боев воздушных, она должна быть на земле. Каждый военнослужащий, каждый солдат, он должен управлять техникой, управлять процессом на дальностях в десятках километров от линии боевого соприкосновения, которое-то и быть-то, по большому счету, не должно. Почему надо переносить войну на территорию противника? Да мы там их должны уничтожать. В России, там, на Урале, в Москве, в Энгельсе, везде, где достанем, за Уралом в том числе. В Омске, вон как подожгли, допустим, этот самый завод в Омске. Там подорвали они ту же Каховскую гидроэлектростанцию. Ну вот половодье дошло и до Орска. Видите, как далеко шло, там полтора года, но водичка и туда доехала. То есть эти механизмы надо все запускать. Они тоже могут запускаться дальними средствами управления. По крайней мере, как тот же К-32 гуровцы сегодня сожгли. Коли Україна зможе розпочати потужний контрнаступ? Ну, это все зависит от того, что имеется в виду под серьезным контрнаступлением. Контрнаступательные операции возможны только при наличии авиации и дальних средств поражения, причем в достаточном количестве. Это очень важно. Уже миллиард раз об этом говорили. От бригады и выше это самолетов, это 40-50 самолетов. Ну и ракет типа «Атакамса» должны быть сотни, а то и тысячи, как минимум больше тысячи. Тогда можно будет говорить о наступательных действиях, причем это может быть не наземная операция. То есть это будет операция с помощью роботизированных систем, если считать, допустим, ракеты роботизированной системой, почему это же система управления, то есть дальнего поражения. Потому но наземные операции невозможно начинать, пока не отработает воздух. То есть пока с воздуха авиации и ракеты не перепашут российские оборонные рубежи, наступательных операций наземных нельзя проводить по разным причинам, начиная от первой, это уменьшить потери нашего личного состава, ну и вторая, это уничтожение российских войск, это основная задача, то есть их лучше уничтожать дальними системами.